Около 12 миллионов россиян – инвалиды. Большинство нуждается в помощи при трудоустройстве. Какие меры уже принимаются в нашем регионе и что еще предстоит сделать? Эти вопросы в среду обсудили депутаты областной думы, представители общественных организаций и предприниматели. Почти 123 тысячи курян получают пособие по инвалидности. Треть из них могут и желают трудиться. В 2014 году региональная служба занятости населения помогла найти работу 500 таких граждан. Закон наш региональный, который действует по квотированию рабочих мест, да, по многим предприятиям, конечно, он выполняется. Мне хотелось бы отметить вот такие предприятия, как ГМАШ, атомная электростанция. В новом году депутаты областной думы, предприниматели и общественные организации продолжат сотрудничество. Что касается категории инвалидов именно по зрению, то это наиболее сложная категория в решении проблем трудоустройства. Если у нас в области за последнее время около 4 тысяч инвалидов все-таки трудоустроены, то по данным комитета среди них всего лишь 10 человек инвалидов по зрению. То есть тут нужно сделать акцент именно на специализированном предприятии. Депутаты пообещали, инвалиды без поддержки не останутся, в том числе законодательной.